Что-то случилось? Да я с фотографом не ссорилась. Я получила фотографию, на которой мне не очень получилось, а я круто. И она пришла такая, говорит, удали, я не хотела удалять. Так что это за фотки? Я же просила удалить. Ну посмотри, как я там круто получилась. И что у меня там ужасно получилось? Ну посмотри, что так я поняла. Я считал тебя своей фотографией. По сравнению с моей. Получается, я поссорился с девушкой из-за того, что, представляете, не захотел портить лицо молодому человеку. Эй, позвонишь? Что? Что за дела? Какие дела? Извини, что делал. Что? Это тебе вас еще должен? Не понял. Понимаешь? У меня тоже есть проблемы. Я струсила и не дала парню номер телефона. Дашь свой номер? Нет. Это вы называете проблемами? А тебя-то что? Вообще-то, между прочим, я вот недавно в магазин пошла и денег зажала. Такую классную пижаму не купила, блин. Пижамка. Ребята, может, давайте у меня сегодня соберемся? Ой, неплохая идея, я не против. Значит, сегодня у тебя? Да. Да вообще без проблем. Давайте в 6:00 у меня. Хорошо. Ну хорошо, ладно. Окей, договорились. А знаете, я слышал такую историю, что если человека сильно испугать, он вернется в то состояние, когда хотел исправить свою ошибку, когда он сильно накосячил. А, какую идею? Слушай, что за бред, а? Бывает. У вас есть какие-нибудь идеи? В интернете можно посмотреть. Ну, давай. Кто быстрее идет? Давай, кто быстрее. Ребят, я нашла. Ну, короче, слушайте. Здесь сказано, что нам нужно сесть в круг. Силы природы. Все силы природы. Земля, вода, огонь и воздух. Земля, вода, огонь и воздух. Сделайте так, чтобы мы могли исправить свои ошибки. Сделайте так, чтобы мы могли исправить свои ошибки. Дайте нам второй шанс. Дайте нам второй шанс. Привет. Никита. Ты кто? Я Федечка. Зачем пришел? Другой разговор. Зачем пришел? Юника, ты меня призвал. Да, мы тебя призывали. Зачем, брат? Чтобы ты исполнил наше желание. Мы хотим вернуть то, что... Получить второй шанс. Получить второй шанс. В обмен на ваши души? Так дела не делаются. Да шучу. Эй, парниша, извинись перед девушкой. Извини.
запомню.